400 ребят со всей страны приняли участие во Всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике в Махачкале. Дети усердно боролись за звание чемпиона и главный приз – путевку в Анталию уже на международную олимпиаду. О начинаниях и успехах детей расскажет Хадижа Курбанова. Свисток – это сигнал. Сигнал начала Олимпиады. Дети работают быстро, как и предполагает ментальная арифметика. Импульсивные движения рук – это устный счет на воображаемом абакусе. Так учат считать детей в более чем 50 странах мира. В России эта методика практикуется не так давно. Олимпиада такого масштаба в Махачкале и вовсе проводится впервые. Но желающих стать первыми на ней уже огромное количество. Подобного рода мероприятия были только у нас в городе Сочи. Первый раз приехали вчера в Дагестан. Как бы очень рады, что участвуем в такой олимпиаде. Занимались прям на ура. Ребенок рад. Я думаю, что каждый родитель рад был бы, если попал на эту олимпиаду. Вы рассчитываете на победу? Конечно, да. Я занимаюсь ментальной арифметикой уже 3 года. На ментальную арифметику меня отправила моя мама. Я надеюсь, что я заслужу титул суперчемпиона. Но в число победителей войдут только 4 человека. Оценивать детей будет специальная комиссия, прибывшая из разных регионов страны. Собрать всех в одном месте и организовать масштабное мероприятие удалось образовательному центру Universal Kids. Сегодня у нас Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике. У нас участвует более 400 детей из разных регионов и городов России. Организовали мы такое мероприятие, так как у нас летом в 2018 году Чамсулвараева Загидат заняла титул чемпиона. И мы решили теперь это сделать все у нас в нашем городе. Лучшие участники, которые наберут максимальное количество баллов, будут награждены титулом суперчемпиона и отправятся на международную Анталию в АМАС 2019, который состоится 22 июня. Организаторы разбавили образовательную программу красочными номерами, песнями и танцами в исполнении учеников центра. Участвуют в мероприятии подопечные благотворительного фонда «Инсан». 4 ребенка, обученные ментальной арифметике, благодаря содействию фонда, также будут бороться за главный приз. На сегодняшней Всероссийской олимпиаде участвуют наши дети, которых мы направили в образовательный центр «Universal Skill» для занятий по ментальной арифметике. Наши дети проходили 2-месячный курс. За это время они достигли хорошего результата и нас допустили. Наша программа, программа «Я опекун» благотворительного фонда «Инсан» нацелена на именно образовательный процесс наших подопечных. Мы большое внимание этому уделяем. Здесь витает дух знаний и твердая воля к победе. Кто поедет на международную олимпиаду в Анталии, станет известно уже завтра. Но даже для тех, кому не удастся получить главный приз, участие в этих соревнованиях уже маленькая победа. Ведь интеллектуальный турнир – это лучшая мотивация для дальнейшего обучения. Хадижа Курбанова, Гаджимагомедов, телеканал НТ, Махачкала.